портрет кошки? В Союзе был портрет кошки. Да. Я А с кем это я разговариваю? С Викторией Винокуровой. Виктория Винокурова, ну-ка на сцену. Ну вот. Открываем выставку кошек. Кошек. Самая популярная тема. Здорово. Сейчас я поближе подойду, ты не уходи. Кошечка тут сидит на скамеечке. Все отсвечивает. Даже лубочкой принесли. О, какой! Это я вот так хожу, потому что отсвечивает, поэтому... Так, и подойди сюда, потому что это, я так понимаю, еще твоя работа, да? На даче. На даче. Я не смогла удержаться, чтобы не нарисовать эту бочку. Она такая замечательная, ржавая бочка. На память. Бочка и там котик. Вот он не просто, он за сорокой наблюдает. Здесь сюжет. У нас у соседей жили в этом году сорочата и две сороки. И вот они научили их летать, и они все время прилетали к нам на участок. Так что тема, конечно, была больше про сорок, но тем не менее все соседские коты были заинтересованы. Здорово. Здорово. Ну ладно. Дальше посмотрим, что там дальше будет. Я деловую и прекрасную женщину, Елену, директора нашей арт-галереи Брюлов. Елена, расскажите, как это все случилось? Дорогие друзья, я сердечно вас поздравляю с открытием выставки «Мартовский кот» и с началом весны. Вы все прекрасно знаете, что 1 марта – это день кошек. Всех поздравляю. Наши кошки – это наши спутники. Все кошатники меня понимают, о чем я говорю. Они нас лечат, они с нами живут. Они идут с нами через какой-то промежуток времени нашей жизни. И мы им безумно благодарны. Это, скажем так, это выставка благодарности нашим животным. Я очень надеюсь, что эта выставка положит начало нашему постоянному сотрудничеству в данном направлении. И выставка «Мартовский кот» теперь будет ежегодной. Возможно, мы привлечем больше спонсоров, больше интересных художников, больше... Не знаю, будем требовать больше работы, наверное. Друзья, за ваш труд, за ваш талант, за ваше вдохновение, за ваши подвиги, потому что писать картины – это действительно подвиг, продавать их – еще больше подвиг. И я думаю, что лучшим подарком для вас будет, если мы вот продадим большую часть работ. В течение этой выставки мы постараемся сделать несколько проектов интересных. У нас появились партнеры, которые... дают нам информационную поддержку. Вот. Может быть, привлечем, даже не может быть, а привлечем телевидение, которое придет и снимет передачу об этой выставке. На радио «Град Петров» мы уже сделали передачу, заявку. Кто не слышал, не видел, у нас на нашей странице висит наше выступление с Владимиром по поводу этой выставки рекламная. Вот. Винокурова Виктория. Винокурова Виктория, в особняке Брюлова, участница выставки «Мартовский кот». Быстро убегает.
настала торжественная минута, я всех вас приглашаю в наш парадный зал на удивительное, но простое и несложное чаепитие для вас из чашки, чай, как раньше говорили в большом пульте, и пирожки, которые наши сегодняшние гости. Ура, пирожки! Прошу вас, добро пожаловать в парадный зал. Мартовский код, для вас поэтому бригада Бундешпили, французский язык, наверное, самый кошачий язык в мире.